На первенство в регулировании проведения ICO претендует Гибралтар. Уже в ближайшие недели, объявили представители правительства Гибралтара, будет активно разрабатываться закон для регулирования проектов по первичному размещению монет. Как сообщает РБК, правительство подчеркнули, что набор правил, направленных на контроль ICO, станет первым в мире. Организаторы проектов первичного размещения монет будут обязаны предоставлять адекватную, точную и сбалансированную информацию для всех, кто покупает токены.